Нужно время, чтобы привыкнуть. Проходец, а ты правда с Земли? Как там было? Ты не представляешь. Мое поколение. Мы знали, что Земля обречена. Мы убивали, чтобы выжить. Получить место на Флорес. Да, были славные моменты, но они были как десерт перед казнью.
Тут записи. Какие-то старые записи. Вижу радиовышку. Захеди нигде нет. Я думаю, его держат в здании недалеко от башни. Так, к тебе идет группа мятежников. Нас засекли. Здесь так тихо. Назад! Я убью его! Уймись! Не подходи! Кишки ему выпущу! Назад! Этот человек умирает! Ты кто? Шира Гутман меня прислала.
сказала, ты заинтересуешься. Это чистота. Но как и откуда ты... Джейн, ты ранена. Ерунда. Чемодан в порядке? Грузовик угнали. Ах ты, сукин сын! Стой! Нет! Стой, постой! Эй! Слушай, послушай. Я попробую остановить кровь, но ты должен сказать мне, где мой грузовик. Я спасу тебя. Обещаешь? Да. Старый город. За рекой. Так, док, назад. Стой! Нет! Я же дал ему слово. Он не может жить, он много знает. Нет, не надо убивать. Мы узнали, что нужно. Джейн! Нет! Поднимай ее и неси в мой грузовик. Нет, найди грузовик Дока. Это важнее меня. Куда важнее. Там чемодан, под бензобаком. Принеси его мне. Держись, Джейн. Держись. Слушай меня. Ясно, Джейн? Держись. Черт. Иди. По канатке спустишься в трущобы. Там будет река. Грузовик на другом берегу. Джейн, только не... Что за... Эй, Якуб, кажется, я встретила этих зубастых ублюдков. Ага. Это енох во всей красе. Война меньше из зол. Это дерево. Здесь я очнулась. Что-то написано.
Дневник. Алиум, мы почти в лагере. Ясно. Как там Джейн? Она едва держится. Я делаю, что могу, но она должна выжить. Какие-то заметки. Какие-то заметки. Захеди, я перехожу мост. Где грузовик? Рядом. С городскими воротами есть гаражи, которые смогут защитить его от аномалии. Thank you.
Дневник. Я на месте. Здесь много грузовиков, и все одинаковые. Я спрятал чемодан под дверью со стороны водителя. Да просто обыщи все! Следующую могилу буду себе копать. Надеюсь, все это не зря. Боже мой. Еще работает? Спутниковая связь. Единственная связь. Так, так вот, что ты искал, когда нашел меня? Да. И связь есть? Как? Чемодан из мю-металла. Изолирует. Его не открывали, и электроника не пострадала от аномалии. Так, с чем эта связь? Флорес? Разве корабль не разобрали для колонизации? Почти. Но связь с ним оборвалась. Половина нужных ресурсов осталась на корабле. В грузовых капсулах. Семена, техника, диски с данными. Ничего не достать. С этим мы можем восстановить цивилизацию. Но в этом нет смысла, пока нам не удастся найти место без этих бурь. Я знаю. Это просто... мечта, но именно она помогает нам не опустить руки. Вот оно что. Значит, Шира послала меня к тебе, чтобы достать тот груз. Так, ну и что теперь? Та частота. Я смогу отследить источник сигнала. Надо только найти антенну повыше. Знаешь такую? Да. В Орлиных пиках. Но не сейчас. Сказал же. Все, кто уходит на это сраное задание, погибают. Этот грузовик в плохом состоянии. Все полезное я из него... Первопроходец? Чем могу помочь? С
Скажи мне, Захеди. Эй, это наш последний спутниковый канал связи. Я его очень долго искал. А как ты о нем узнал? Отец. Я нашел упоминание о нем в его записях. После приземления он искал источник сигнала. Задолго до нас. Он первым отправил экспедицию. Я был еще ребенком. Ты полетел на Енох в детстве? Угу. На борту Флорес было мало детей. У отца была привилегия. Он мог взять с собой членов семьи. Почему мы не знали об аномалии до приземления? Ее должны были обнаружить. Это точно. Обещали нам совсем другое. В каждом отчете, который приходил отсюда, было одно и то же. Они нашли настоящий рай. А не мир, который будет пытаться убить нас любой ценой. Мы бы тогда не улетали. Так что произошло? Я не знаю. Мой отец изучил эту планету вдоль и поперек. Он был в совете, который выбрал ее. Очевидно, что-то случилось за те 67 лет, что мы спали в гиперпространстве. Что-то изменило планету. Аномалия, что-нибудь знаешь о ней? Ну, почти ничего. Мы ее так назвали, потому что не понимаем. Она не подчиняется законам физики. Это фундаментальная сила природы этой планеты. Электромагнитная и гравитационная. Но это чем-то похоже на атмосферную систему. Погоду. Ее даже можно прогнозировать. То солнце, то дождь. Обычно дождь. У меня есть теории. Но научный метод основан на наблюдении, гипотезе, экспериментах и экспертной оценке. Беда в том, что экспертов нет. Мне интересно. А вдруг есть и другие непробужденные первопроходцы? Ну, это возможно. Мы с Джейн не собирались искать твой отряд. Мятежники были близко. Не было времени на поиски кого-то еще. Ты и так знаешь, насколько опасно в первом городе. Но я бы хотел первым узнать, что там. И мне любопытно. Пойду проверю. Если бы мы смогли найти других первопроходцев... Криокапсула с тобой находилась в старой лаборатории у реки. Начни поиски там. Ничего. Записи. Интересно. Эй, Захеди, почему никто за 30 лет не разбудил первопроходцев? После того, что случилось в лесу, решили сначала найти лекарство, но не нашли. Но раз его нет, я могла бы умереть, когда ты открыл мою капсулу. Ну, да. Прости, я думал лишь о том, как установить связь. А, ясно. Приоритеты.
Что-то написано. Я нашла накладную, где сказано, что Зак перевез большую часть капсул в другое место. Здание Б-2.
Какие-то старые записи. Я внутри. Ищу криокапсулы. Я нашла Скарстета. Ты о чем вообще? Он жив? Нет. Зак сделал из него террариум. Да ладно. И Скарстета? Вот дрянь. Я сражался с ним вместе в Багдаде и Каракасе. Он не сдавался. Такие, как он, служат до старости. Если доживут. Захеди, Зак ставил на нас эксперименты. Ты в курсе? Нет. Нет, не знал, клянусь. Но первопроходцы стали нулевыми пациентами, и они вас изучали, чтобы спасти всех. И, походу, убивать нас? Вот ублюдки. Ну что там в итоге? Никто не выжил. Мне очень жаль. Но кое-кому все же удалось выжить. Твоя криокамера смогла проработать все эти годы, несмотря ни на что. Тебе невероятно повезло. Ну, это... мы еще посмотрим. Мне жаль, что тебе не удалось найти других первопроходцев. Потерял что-то? А ты нет. Что ты тут делаешь? Здесь опасно. Что ты видишь, глядя на эти руины? Я везде вижу свою историю. Я пережил все кризисы, все бунты, а потом у нас все отняли. Я все пропустила. Земли нет. И здесь все потеряем. Мы все теряем. Всегда. Может, так нужно? Я оставил в хижине кое-какие ценные вещи. Я тут и минуты не протяну. Расчисти путь, и я покажу тебе, где они. Хоть раз бы увидеть дом. Побудь здесь. Я разберусь. Какой старый... мой старый дом? У радиовышки над городом. Эй, старик, как тут все было в самом начале? О, это настоящее чудо. Промышленные 3D-принтеры создавали все нужное из ресурсов Еноха. Мы строили город на чужой планете с бешеной скоростью. А потом начались бури. Ты видел первую бурю? О, да. Небо горело, техника сходила с ума.
Весь город погрузился во тьму. Только молнии и крики. Я видел, как людей поднимало в воздух, как трещали деревья и бушевали пожары. Все надежды на будущее на Енохе исчезли в один миг. А после взрыва двигателя? Сдохла электроника. Спящие просыпались по тысяче в час. Нас пытались успокоить, но не было ни еды, ни лекарств, ни убежища от этих бурь. Зак закрыл ворота и бросил нас подыхать. И мы бы и подохли, если бы не алиумы. Я в душе не мятежник. Я хотел, чтобы нам дали, что обещали. Здесь полно мятежников. Придется разобраться. Можешь идти в свою хижину. Контейнер 99. Но... Спасибо. Подожди меня здесь. Что тут случилось? Чьи это могилы? Они не виноваты. Меня выбрали главой общины распределять еду. Еда
я что-то брал себе, девочкам. Или они должны были голодать? Казалось нормальным менять еду на услуги. Я брал лишь еду. А они забрали у меня все. Но ты говорил, у тебя есть? Для меня ценны лишь воспоминания. Бери все и уходи. Я еще побуду здесь. О, а это что? Так это первый город. Прям город-призрак. Что случилось? Эти гении разбудили 500 000 человек, хотя нам еды-то едва хватало. И поселили их в городе, рассчитанном на 50 тысяч. Можешь представить, как было весело? Люди заперты в коробках, мрут от голода в своем же дерьме, как в каких-то трущобах. И везде, повсюду эта чертова аномалия. Бури убили лишь пару тысяч. И начались восстания. Так значит, мятеж уничтожил город? Нет. Подавление мятежа. Это был сущий кошмар. Рад, что наш грузовичок снова в деле. Он ничего так, учитывая, как его спасал. Вон та вышка. Да, только канатка вышла из строя. Спроси у тех солдат, как ее починить. А что это за шум? Пожалуй, не буду двигатель глушить. Канатная дорога к вышке. Она работает? Нет, ее мятежники захватили. Кабина на их стороне. Можешь попросить их вежливо. Нет, спасибо. А другая дорога? Я бы не рискнула. Слишком близко к вулкану. Он активен? Да, он порой плюется лавой, но внутри есть что-то пострашнее. О, ясно. Что случилось с этим вулканом? Даже мятежники не рискуют туда соваться. Жуткая тварь. Пряталась в тумане. Затаскивала людей в нору, плевалась огнем. Я не видела ее, но слышала крики. Когда нам удалось вернуть канатку, мы обнаружили кровь и пепел. Значит... Прежде чем пользоваться ей, надо разобраться с вулканом. Ты что, шутишь?
Умереть захотелось? Как мне туда добраться? О, Алиум. Я капитан Даном. По тропе можно подняться в горы. Держитесь парами, будьте начеку. Ведите наблюдение и докладывайте каждый час.